Да ладно. Ты же всегда встречалась минимум с двумя. Мужики закончились. Этот стоит всех. Эй, что-то не так? Домработница позвонила. У меня трубу прорвало. И ты сорвешься в Коннектикут? Это всего на пару дней. А мне нужен Марк. Вы, наверное, его домработница? Нет, я его жена Кейт. Друзья ему что, опять стриптизершу заказали? Что случилось? Он женат. Когда это тебя останавливало? Ты что, ненормальная? Слушай, а что если нам поужинать? Я тебя впущу, но девичника у нас с тобой не получится. Я не готова соперничать с такими, как ты. Твой кобель и меня обманул. Текилы или сразу водки? Мне что, развестись с ним? А что нутро говорит? Господи. На дискотеку! Дурдом какой-то. Он с кем-то встречается? Не со мной. Значит, он нам обеим изменяет. Обалдеть! А что играете? Привет. Привет. Выходит, он мне лгал. Ты так вкусно пахнешь. Что это? Знаешь, я слегка вспотела. Ну и что будем делать? Надо причинить ему боль. Мы дадим ему по яйцам. Я торчу от твоей фантазии, правда? Но нам нужно нечто более масштабное. Что я нашла? Он крадет у партнеров. Так найдем эти деньги и разорим его. Союз адвоката, жены и пятого размера не оставит ему ни единого шанса. Ты кормишь его гормонами? О, да! Он уже почти транссексуал. У меня грудь обвисла. Это мужской климакс, милый. Мужской климакс? Ага, внизу тоже. С ума сойти! А, любовница номер 3. Еще пара любовниц, и Кейт просто сопьется. Странная у вас дружба. Ты даже не представляешь, насколько. А если твой брат на меня запал? Нет, нельзя загробастать и мужа, и брата. Не будь такой жадиной.